Существуют веские основания считать, что скифы, которые вторглись в Крым еще до дней Геродота, аланы, готы и гунны, сделавшие то же самое в первые века нашей эры, а также хазары, печенеги и куманы, которые появляются в летописи Крыма позже, состоят между собой в близком родстве и принадлежат к тому же семейству, что и тюрки. The Crimeans' ancient and modern history. The Kings, the Sultans, and the Tsars. London, 1855, by Thomas Milner, page 111. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви, просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны, я плачу. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов. Сердечко болит от любви. Просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны. Я плачу. В городе вчера зацвела сирень, сыпет лепестки и бросает тень. Словно в аниме заблестят зрачки. Невзаимно ты прости. В питерской квартире кто-то точит ножи. Будущая жертва собирает цветы. Встреча их случится, только ты подожди. Подожди. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый собой облака. Соберу букет.